Что и путешествие вообще охраняем. Заброшка спортзала. Спортзал забросили. Не знаю, что тут было. Походу гантели спортивные, как тренажеры. Вот. Походу переодевание, что там было. Окна уже давно нету. Вообще страшило, блин. Все пусто, все вынесли. Тут даже не представляю, что было. А, вот кафель. Походу был этот. О, смотри. О, заблудился. Птичка. Короче, пиздец, то походу это душевое было. Я что, только для вас, зрителей. Подписываемся, ставим лайки. Это что-то. О, интересно, вкусняво. Тепло какое-то. Уй, смотрите, вот это потихоньку. Стекло, смотри, точно какая. Охренеть, а? Бронированная была. Чемпионы, походу, тренировали, чтобы бронированная была. Ладно! Вот такие дела, короче, блин. Тут, походу, 100% батареи стояли. Что вы спиздили? Вот это коридор. Блять, ночью надо снимать вообще, блядь. Лайки, блядь, лайки, лайки. Ох, теперь. Вообще для вас ночной, блин, спортзал вообще шикарный. Смотри, блин, территория какая-то, конечно. Что-то думал, там, походу. Кабинет тренера, походу, был. Охренеть тут. Все, уже окна спиздили. Природа, мать вашу, все уже лезет. Может, это тут какая-то была ползал. Тренировка какая-то. Картин вообще не осталось, все. Окна разбиты, все нормально там. Заброшка бешеная. Короче, если Маша, ты меня смотришь, Маша, тебе привет. Тебе лайк. Был вообще шикарный. Че, короче, люди. Люди, с вас. Подписка, лайк.